Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Однозначно». Масштабная кампания началась при поддержке правительства губернии. Проект направлен на борьбу с превышением скорости и формированием культуры поведения на дорогах. Кампания будет проводиться с использованием разных форм пропаганды. Это и трансляция видеороликов о безопасности дорожного движения, и занятия для школьников, и лекции в общественных местах. Кроме того, в рамках кампании пройдут два конкурса «Поспешишь, людей насмешишь» и «28 дней без нарушений». Тольятти в числе 18 моногородов страны примет участие в госпрограмме по развитию экономики. Администрации города предстоит вместе с экспертами определить перспективные проекты, которые направлены на улучшение качества жизни горожан. Проекты выберут среди 14 направлений городской экономики, среди которых ЖКХ, экология, образование, туризм, городская среда, транспорт, развитие малого и среднего предпринимательства и другие. Благодаря воплощению этих проектов в моногородах появятся новые возможности для самореализации и комфортной жизни. В Тольятти появится два новых фонтана. Сегодня в нашем городе действуют два сухих фонтана в сквере в честь 50-летия выпуска первого автомобиля «АвтоВАЗа» и около Тольяттинской филармонии. Однако в ближайшее время планируется устройство еще двух сухих фонтанов. Сейчас оборудуется сухой фонтан в сквере имени Жилкина. Также запроектирован аналогичный объект на набережной Автозаводского района.